В то же время сирийская армия и отряды ополченцев успешно отразили нападение боевиков на пригород Алеппо. В результате ожесточенных боев военные убили более 30 террористов. В атаке участвовали члены группировки Джабхат ан-Нусра, а также их союзники из вооруженных формирований оппозиции. Напомним, 30 апреля в Латакии и Дамаске вступило в силу временное перемирие. Эти районы были добавлены к тем, где режим прекращения огня начался еще 2 месяца назад. Что касается Алеппо, там остановить военные действия пока не удается.